Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня будет очень жесткий пранк, потому что я скажу, что я стал новым разработчиком в игре Blockstrike, и мы, ребята, посмотрим на реакции моих подписчиков, ну а также я их немножко простебу. Ну а вы, ребята, самое главное, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий, потому что если вы все это сделаете, то, возможно, именно вы получите 1000 БС голды. Ну что же, поехали! Ну чё, ребята, у меня для вас там... правда, а? Вы в шоке, да? Да? Конечно, ты чё? Нифига да, себе, конечно. Вот это новости просто. Вот это новость, красиво. Ребята, я вам хотел бы показать мои будущие наработки, а также доказать то, что я разработчик. Вот смотрите, вот просто вот кому доказать? Подойдите ко мне, вот кто не верит? Давай, давай. Смотри, давай. Вот я тебя сейчас убью, и ты вылетишь. Смотри. Опа! Опа! И сразу через секунду ты вылетаешь. Там, короче, такой смешной прикол, что если я кого-то убиваю, то того игрока кикает. Потому что мой билдер коряво создал эту карту, и поэтому всех, кто умирает, их кикает. Так, ребят, и давайте я вам сейчас покажу наши будущие разработки. Вы будете просто в шоке, ребят, но это правда, прикиньте. Я в шоке. Давайте, заходите, ребят, заходите на сервер, кого я только что кикнул. Давай, заходи быстрее. Я вам, ребят, расскажу, как можно совершенно бесплатно получить керамбит. Ребят, прикиньте, совершенно бесплатно на халяву керамбит. Так, пацаны, как давайте. Возможно? Давайте, все за мной. Мужики, давайте за мной. Короче, смотрите, в будущем это будет стена. То есть сейчас это просто такая бета-версия. Ребят, заходите сюда. И смотрите, и в будущем тут можно будет получать халявный керамбит. Пацаны, ну это круто. Круто. То есть вы тут можете выбирать любой керамбит, а также, ребят, добавить новые скины на керамбит. То есть это будут новые скины, и их может получить каждый, кто, ребят, зайдет и найдет эту пасхалку. То есть, как по мне, ну это довольно-таки круто. Также, ребят, смотрите, я вам еще покажу одну секретную нычку. Смотрите, и сюда, пацаны, сюда. Это будет новый ёба. Как вам, пацаны? Красивый. Это просто вылитый красавец. Ребят, мы очень долго старались, это наши последние наработки. Это будет новый ёба. Возможно, мы ему в руки дадим еще какой-то автомат. И знаете, еще такая есть идея? Мы вот думаем, что каждый, кто найдет эту пасхалку, ребят, получит совершенно бесплатно один раз 1000 голды. Вот что вы думаете по поводу этого? Достойно, достойно. Отличная идея, топово достаточно будет. То есть, ребят, чтобы вы понимали, ну, эту текстуру мы делали довольно-таки долго. Эту текстуру, ребят, делал лично я. Как по мне, вышло неплохо. А вы как считаете? Совершенно согласен. Отлично просто, отлично. Также, ребят, смотрите, что мы еще хотим ввести. Мы хотим еще ввести ежедневные бонусы. И каждый из вас, ребят, сможет получить совершенно бесплатно один ножевой кейс. Что вы скажете? Ого. Просто топово, нифига себе, это вообще будет классно. Теперь, вот это просто бомба будет. Так что, ребят, вот такие вот пироги, поэтому вот так вот. Поэтому я, ребят, надеюсь, что вы рады, что я стал разработчиком, да? И, в принципе, на этом все. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк и напишите ваше мнение о данном пранке. Ну и самое главное, подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был ваш Кент, и пока, всем удачи и всем-всем пока. Также, ребят, в описании есть ссылочка на мой второй канал по CSGO. Переходи и подписывайся тоже на него. Все, ребята, всем пока-пока.